Это два ребенка. Раз. Гора называется Саня Фрасена. Не-не-не, зливая. Фрасена. В переводе на русский язык означает чертова. По-русинский черт. Там еще пару сот рублей отдали еще в Украину. Ничего себе. Серьезно? Серьезно? Утки. Я тебе кажу. Добре, а тепер прямо по курсу мель ми обходимо справа. Раз, все, ми скорость набрали і так далі. Привет! Давай, на вибор, на вибор. Нафиг обертаємо по течению. Кому страшно виходить? Достав? Айно. А там треба гумбичка Раз, два, борта. Гуся!